Хей, йога, с вами Шмаки, мы продолжаем проходить игру под названием South Park и Палка Истины. Окей, в прошлой серии у нас была война среди всех. Ну вот, друзья. Погнали тогда спать. И ждать next день. Спокойной ночи, моя кроха, надеюсь, тебе не понравился новый дом. Здесь так тихо и спокойно. Ночью всегда какая-то дичь происходит. Пора работать, работать всю ночь, сейчас какие трусы. Мы не остановимся, пока не найдем трусы. Ями, ями, там мы. Черт, он проснулся! Что? Этот пацан проснулся, что теперь делать? Блин, я думаю, надо его убить. А хрен с ним, давай его прикончим. Тебе хана. Ага, уязвим к шоку. У меня как раз меч на шок. Ладно, бумерангом сейчас их. Черт, он просто шкаф, да он нас по сути. Ну и раз так, придется его немного студить. Валяй, колдун. Начинается. Ты разозлил и того гнома. Убивать, ладно. Не успел. Да, готово. Изи. Мамочки, прячемся. Так, хорошо. Трусы. Осмотрите, увеличивает максимальный запас здоровья на 10%. Забрать все. Перчатки гномам. А, добавляю 10 брони, снижая урон от атак. 10% от двуручного оружия. Ладно, одеваемся. Чтобы быть готовым. И в путь. Костюмы нужно для того, чтобы создавать образы. Каждый костюм дает. Так они и бонусы дают. Ну, давай же. Не хочет, ладно. Значит, я сейчас его сам. Я думал его типа на мышеловку загнать. Так, шлем гнома. Из него вышел бы хорошенький штык для ближнего боя. Не будь он 2 дюймов высотой, сделанный из тряпок. Добавляет 15 брони, снижает урон атаки противника. Получает 3 очков мощи при каждом ходе, когда ты уменьшен. Супер мяч. Подпрыгивает в 2 раза выше обычного резинового мяча. Перепрыгивает на 9 целей, если осталось не меньше 3. Ну блин, но здесь кровотечение. 9. Нет, бумеранг лучше, потому что там кровотечение. Хорош. Ah,
Иногда я думаю, что нам нужно рассказать ему правду. Зачем? Чтобы он постоянно приобрел в голове? Лучше бы он вообще не вспоминал. Если у него впрять этот талант, он так само в это придет. А потом они захотят придумать его талант как оружие. Они перестанут его искать. Мы должны все держать в секрете, даже от него. Я такая зачмечу. Может, ты просто займешься со мной любовью? Конечно, дорогая. Окей. Добро. Да. Куда мне нужно было? Ух ты ж, все. Одежда гнома. Охренеть, ты широко выглядишь. Шикарно. Три брони, урон от атаки противника, получение бонусов в защите при использовании двухручного оружия. Как двуручное, это считается дубинки, все такое, да? А где у нас игнорирует? Подождите, где у нас это было? Вот это. Вот это? Достал. Добро. Ох ты ж, ё-моё. Они могут еще так укусить. Ну ладно. Сам этого захотел. Сами этого хотите. О, оглушенный, все отлично. Когда он оглушенный, это очень хорошо, потому что... призывает на помощь энергозащита воров, что не напали из засады и от оружия всех врагов. А ну-ка. Ну это типа, знаете, чтоб сразу врагу кровотечение дать. И он сразу весь будет в кровотечениях. Кирка гномов. Используется для добычи самого драгоценного минерала 100% ногохлопка. Два удара делает. 400 урона сходим. Пробивает 20 брони противника. Нет. Способность. Ладно, ладно. Ну надо, допустим, сюда. Черт, пацан до сих пор за нами пялится. Он не остановил нам покой и станет нормально рост, а колдун, похоже, это твоя душа пришел. Что? Вот черт.
да, что-то вообще музыка пропала. Это вообще заклинание. Хорошо. Там вообще даже не показал, сколько я ему нанес. Так, шляпка из трусов. Еще одно свидетельство в пользу универсальных трусов. Заставляет врагов вливать, когда они приближаются к тебе. Ну, то есть, когда челики ближнего боя ко мне подходят, ясно. А такие оружие ближнего боя наносят 10. 10. Назад. Оружие изменить. 50 аж натворного. Щит. Блин, а если так подумать? Молния. Ну, блин, тошнотный урон. В принципе, тоже норма. Ладно, пускай так будет. Я ни за что тебя не расколдую, хоть и режь меня. Колдун, если мы будем один на один, ты же не можешь без крестасов. Ведь мог бы просто отдать нам свои трусы. Так, нет, ты начал задавать вопросы. Теперь ты познаешь истинную мощь белых гномов. Ну теперь все, урод, настало время настоящей белевой магии. Ну, как я понимаю, приятеля, мне нужно сразу тебе кровотечение дать. Кажется, эти трусы немного велики. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Сраный господин на нас прет. А я его не пробиваю. Давай сильную. Ладно, здесь хотя бы она пробивает. Твою мать, яйца! Это намек типа матрицы. Все изи. Да, кровотечение быстро убивает. Хорошо, хорошо, твоя взяла. На, возьми. Бери, бери, и ты сможешь стать маленьким и большим, смотря когда. Мы просто хотели собрать трусы, чтобы Taco Bell больше не заваливал наш подземный мир своей токсины зеленой слизи. Вообще-то, зеленая слизи это... нас накрыли яйца. Хорошо. Хорошо, хорошо. Новый уровень. Новый уровень, да? Эй, парень, раз уж ты уничтожил свет наших станций, может быть, поможешь нам набрать
Да, совсем немного осталось, чтобы план сработал. Так, хорошо, способности. Каждый раз, когда атака смерти А тысяча порезов достигает цели, ты наносишь врагу больше урона. Окей, я же против. Создание альянса. Фаза первая. Короче, нужно нам труханы искать. Hey, так, эльфийский лес очень срочно собирает. Так, соберите 5 трусов. А можно я не с тобой пойду? Баттерс. Полетели. Баттерс, баттерс. О, стойте. А ну-ка, как это работает? Shit. Давайте, наверное, с первого дома, я думаю, начнем. В поисках трусов. По идее, мы можем уже в любую точку залазить. Куда нам надо. Поэтому начнем, я думаю, отсюда. Ладно, давайте со школы, я пробегусь, сдам задание. О, Тимми. Тимми! Таинственные друзья могут давать тебе особые предметы с помощью... С помощью чего? Я не понимаю, почему в боях бывает пропадает музыка стала. Ладненько, спасибо, ты же выбросил, я попросил тебя, может показаться, что у меня все еще синдром. Давай, синдром, друзья, Фрэнс. Так, плюс опыт. У нас уже 200 с чем-то бабла. Почти не тратится, хилки вообще не тратятся. То, что мы с вами правильно прокачиваемся. И это нам не создает никаких проблем. Как мне туда попасть? За игрушкой. Крейг такой сексуальный, ему будто на все пофиг. Закрыто. Ладно. Как мне в этот дом попасть, допустим? А, может это там, где мужик с конем? Нашивка, очко помощи дальневой атаки, забрать все. Подожди, за дальнюю атаку? Но это при убийстве противника. Там-то дело, что при убийстве. А есть за дальнобойные атаки. 5-10 сразу могу получить за одну атаку. Но если врагов больше 3. Все будет. Пускай будет. Это у нас чей дом? А, так у него мы забирали. Все. У него мы турханы забирали. Бронированные стали. Да, музыка вообще пропала. Так,
просто обычными сильными тычками их убивай. Вау, какой эффект. Вам подожди, Баттерс. Пускай отдыхает. Хотя можно было попробовать, сколько бы я нанес ему урона. Опыта, по идее, должно дать 60-70. 70 урона, хорошо. В каждый дом парня, которого можно зайти, ясно. Сразу же. Отдыхать. Сразу же отдыхать. Нифиг поймешь, где взять сюда. Все закрыто. Везде закрыто. Стаули. А это где спальня находится? Скажи, фиг его знает. Фиг его знает. Это дом чей у нас? Баттерса. У Баттерса мы все забирали. Дом Эрика был. Я маскируюсь, меня не видно. Меня обнаружили, ты должен научить меня видеть так же, как ты. Окей. А этот мы еще не лутали, потому что тут даже этот не открыт. Сразу на кухню валим. Хорошо, наверх. А Баттерсон помогает мне просто чисто хилит. Постоянно. Мне как ульки уже не нужны, там в основном тошноту дает. Я ни за что не выйду отсюда. Плюс труханы. Так, подожди, в доме этого мы были, да? Или не были? Кто ты вообще такой? Ты покойник, вонючка. Это... О, изи. Можем вернуться, отдать труханы. И, в принципе... Как-то так. Ну? Ну-ну-ну-ну-ну. Мантия друида. Мантия друида пахнет сосновой свежестью, прямо как дома. Добавляет 6 урона. Врага, атакующие в ближнем бою, наносят 30. Такое. Перчатки. Перчатки-то мои. Других иных тут нету. Так, ладно, труханы нашли. Пойдем к эльфам. Тогда больше смысла не вижу уходить по домам. А, подожди, мне же туда нужно в этот, точно. Поговорить. Нужно поговорить.
Заводите друзей, получите особые умения, а значит и больше бонусов. Так, тихо, Баттерс, Баттерс, Баттерс. О, что-то... А, то же самое. А, командир Чмошный решил на своим появлением. Начнем. Люди, эльфы, Зарона. Злые силы напали на нас. Проведя расследование, я пришел к выводу, что весь наш мир в опасности. Клайдова крепость, мы высока более 4 этажей. На данный момент он завербовал свою армию как мышь. Оставьте это для Кайла. Ты хочешь что-то сказать, Мангус? Ничего. Мне кажется, довольно забавно, что средневековые темные эльфы используют Powerful. Пацаны, это серьезно. Клайд пытается собрать армию тьмы и поглотить это, связанное с силами, которые мы не сможем контролировать. Его армия — многие наши друзья, и поэтому единственный шанс выжить об этом наших группировок — объединиться. Да, ну в жопу. Мы не станем объединяться с старыми эльфами. У тебя есть еще получше идеи? После того, что эльфы сделали с нами битву при червях лесах, вы думаете... Да скажи это, Баттерс. Да, Джимми был виновен, он упал. Ого, теперь мы извиняемся, а может еще извиниться направиться... Да, да не, человек направлялся. Дырка от моего половника. Хороший эльф, мертвый эльф. Не составите ли моему эльфийскому члену... Так довольно, если зомби-фашисты захватят Заарон, будет неважно, кто мы, люди или эльфы. Мы велели лишь делать... Нам нужно придумать способ остановить Клайда, потому что, если мы объединимся, у нас все равно недостаточно людей. Поэтому нам нужно договориться с другими группировками, с пиратами, федерацией и девочками. Девочками? Кайл, девочки не станут с нами дружить. Да, чувак, выйдет, мы не сможем. Мы? Нет, но новичок сможет. Он обладает способностью, существовать которой нам еще не понять. Он находит друзей на Фейсбуке, он и правда знает, Фейсбук должен быть. Придумай, как уговор девочка станет нашему стороннику, командир Чмо. А я пока забочусь о других группировках, все остальные возвращаются на свои базы. Ура! Окей. Завербовать девочек. Мои контакты, карты, список друзей. Великая забрала все бездушные. Да. Ты поможешь мне сразиться с Великой? Ты правда можно проверить. Славно, давай покончим с этим. Ну давай. Великанша. Это я он за свою сестру имеет в виду. Он живет, по идее, по соседству. Да? Верните к доку и скажите, что все планы уничтожены. А, к доглу, подожди, точно. Я сейчас две вещи сделаю. Во-первых, я посмотрю, что там дымилось в трубе пацаном мелким вот этим. А во-вторых, я могу сдать задание. Полагаю, пока мы друзья, все будет хорошо. Мы вернулись на наше древнее владение, и у меня честь твоей другом. Там задание выполнено. Все, полетели. Сообщение от пользователя Картмана. Но я это читать не буду, камон. Потом еще забежим к нам домой, нужно отдать труханы, и нужно будет Элгорна, куда у нас там посылал, что-то сделать. Ничего не может подготовить тебя. Если я умру, передай парням, что я храбро сражался. А вон на той стороне спят мои родители, напротив находится комната великана. Ой, стой, это... Верни мой айфон, демон. Ах ты, маленький вонючка. Я привел подкрепление, смотри, как ты справишься с ним. Ух ты, нихера она налетела. Ну это считается тоже боссом, да? Иммунитет к оглушению. Они... А, все тогда. Даже если это босс.
19 тысяч? А это сильно. Метка смерти. Хорошо. Путь меча. Ни хрена себе. Ты девчуля даешь. Тампон с мастиками. Найс. 2400. Я не знаю, метка смерти, по сути, она и полезна. То, что она защиту вот сбивает. Вот это было плохо. А вот это вот сейчас плохо. Это очень плохо. Бонус к атаке. И я побеждаю. Все. Сложная битва. Еще раз возьмешь мой iPhone, позвони еще ссылку отсюда. Уйди из моей комнаты, вонючка. Так, Тим. Прекрасно перед тобой истребление великанов. Ух. Плюс 200 опыта. Нужно еще к ней сходить, типа, может она еще что-то скажет. Да-да-да. Ты все равно какашка, но хотя бы дерешься не по девчачьему. Сади куда кака. Так, здесь нихера. Так, а теперь полетели, короче, к нам домой. И там закончим, в принципе. Ты, в принципе, со мной можешь не ходить. Каждый враг, переживший смерть от тысячи порезов, растерян, сбит с толку и хуже атакует. Да. Ну блин, у меня тогда вся мана теряется. Группа. О, теперь у меня все открыты. Но мне баттерс нужен. Его хаос это что-то, и плюс он хилит. Поэтому я баттерса выбираю. Иди поиграй со своими новыми друзьями. О, сколько у тебя друзей, уже твоя друга, солнышко, чтобы все... О, уже. Найс. Сгореть, господи, у тебя получилось. Ладно, прощай, тебе должно... Нет, тебе больше крови наших. Фаза 1. Теперь все одолевшие смотрят по твоим новостям гномы. Прикинь, такие 50 гномов плюс в друзьях. Было бы.
Ладненько, давайте на уличку выйдем, мы закончим. Ну, можно, в принципе, прокачаться. И закончить. Прокачаться и закончить. Способности особые. Что выбрать? Чтобы выбрать. Я не использую целебные снадобья. Для тебя и твоего напарника полностью восстанавливать здоровье. Горящим целям. Враги будут наносить тебе значительно меньше урона, когда твоя жизненная сила на исходе. Большой урон, использование лечащих предметов увеличит дэмэдж. Если потом тошноту наносит больше урона, при этом их атака будет очень слабыми. Ну блин, а не знаю. Тако. Думаю, тако. Ладно, давайте на этом заканчивать. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.